Здравствуйте, друзья музея и Плехановской библиотеки! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеофильм, который рассказывает о творческом пути талантливого журналиста Ларисы Анатольевны Шмелевой. Лариса Шмелева – автор многих успешных программ Тамбовского радио, а также увлекательных репортажей о культуре нашего края, прозвучавших в эфире «Радио России». Искренность, эмоциональность, интересная подача, а главное – сопричастность к происходящим событиям – отличительные черты стиля этого журналиста. Говоря об особенностях творчества Ларисы Шмелевой, то можно вспомнить слова поэта. «Знаю зеленый говор листвы, знаю искрящийся холод зимний, дальний призывный звон синевы, красные всплески в осеннем гимне, знаю. Из хлеба беру я земли моей дух, чтоб сердце мое не черствело, не стыло, как будто не для одной, а для двух жизней коплю в себе силы. И дар тот настойный на меду в родную речь по капле кладу, как ливень щедра, как лебедь крепка, та сила не внемлет попрекам трескучим, мне только ее расписать на века по листьям людям, по травам и тучам». Лариса Анатольевна Шмелева сполна реализовала свой журналистский талант на профессиональном поприще. Более 30 лет этот радиожурналист притягивает соотечественников не только завораживающей мягкостью и задушевностью голоса, но и тем, что мы называем родством душ, что связывает с ним слушателя эмоциональными узами. В историю Тамбовского радио Лариса Шмелева вошла как создатель и ведущая программ, посвященных искусству и культуре. «Тамбовская лира», «Культурная среда», «Без грима и суфлера», «Палитра», «Диалог художника со зрителем». Благодаря этим и другим передачам слушатели узнавали о том, как богат талантами наш край, о духовности людей, живущих в Тамбовской глубинке. Радио-очерки, литературно-музыкальные программы Ларисы Шмелевой о культурной жизни возбуждали повседневность, поднимали самооценку, будоражили любопытство и создавали ощущение единства нашей большой страны. Лариса Шмелева в городе Тамбове. В 1966 году окончила среднюю школу номер 29, где училась в математическом классе. Но лишь одна из своих одноклассников увлеклась литературой. На выбор профессии повлияли замечательные учителя-словесники Раиса Владимировна Сокова и Мария Васильевна Чернышова. Изучать свою профессию Лариса начала не в студенческой аудитории, а внештатным сотрудником газеты «Комсомольское знамя», затем в заводских многотиражках. Молодому журналисту не сразу стали покоряться газетные жанры – заметка, репортаж, зарисовка, очерк. Лариса отчетливо понимала, что всему этому необходимо учиться. И поступила в Московский государственный университет на факультет журналистики на заочное отделение. Учеба и работа дополняли друг друга. Результаты были очевидны. Материалы Ларисы Шмелевой публиковали практически без редакторской правки областные газеты «Тамбовская жизнь» и «Комсомольское знамя». Свой жизненный и творческий девиз Лариса определила строками стихов тамбовского поэта Семена Милосердова. «Каждый день начинаю с открытия на открытой давно земле.
Каждый день начинаю с отплытия на неведомом корабле. Как это верно сказано и о ней, и о профессии. Журналист ежедневно открывает для себя, читателей, слушателей, новый мир, состоящий из событий, встреч, персонажей. Жизненный опыт героев публикации интересен и поучителен. Но какая еще профессия принесет столько нового в твою жизнь, научит смотреть на мир широко открытыми глазами, поможет стать достойным человеком? В 1976 году появилась возможность поехать на учебу в Ростовскую высшую партийную школу на журналистское отделение. К этому времени Лариса Шмелева уже была редактором радиовещания производственного объединения «Пигмент» и литературным сотрудником заводской газеты «Химик». По окончании партшколы с красным дипломом вернулась в Тамбов, где ее ожидало новое место работы – Котовская городская газета «Ленинский путь». Репортажи журналиста Шмелевой были злободневны и очень часто содержали критические замечания, на которые быстро реагировали советские и партийные власти. В начале 1980-х годов Тамбовский комитет по телевидению и радиовещанию проводил политику омоложения кадров. Тогда же Лариса Шмелева получила приглашение стать редактором молодежных программ. Она полюбила радио. За эмоциональность дыхания, за желание беседовать, думать, сверять свои мысли с другими. Искренняя, доверительная интонация, верно найденное слово позволяли создавать многогранный образ собеседника. Радиожурналисту Шмелевой всегда предоставлялась свобода в выборе тем и форм подачи материала. Тем самым открывались новые творческие перспективы. Ларисы Шмелевой связана одна из старейших программ областного радио «Тамбовская лира», которая десятилетиями не меняла своих традиций – знакомить слушателей с деятельностью региональных творческих союзов, рассказывать о достижениях писателей, музыкантов, художников. Журналиста всегда волновало, как ее герои относятся к жизни, своему труду, а главное, насколько им важно, чем живет их душа. Сегодня радиоархив Ларисы Анатольевны Шмелевой насчитывает не одну сотню записей. И это уже незабываемое прошлое, которое напоминает о том, как важно каждый день начинать с открытия, покорять свои вершины и учиться быть счастливым человеком.